преподаватели, выпускники моей родной, любимой школы, ученики. Очень волнительные сегодня минуты и, наверное, воспоминания, нахлынувшие сегодня, переполняют всех нас. Действительно, школа – это храм знаний, но не только. Я всегда помню свою родную школу. Здесь меня не только учили получать знания, но здесь учили жить. Учили жить правильно. Здесь воспитывали в лучших традициях того советского общества, прекрасного общества, в котором всегда было равноправие, равные возможности и большие-большие успехи. Приятно осознавать, что школа не потерялась, что школа и сейчас в числе передовых. Многое вспоминается, и, наверное, те минуты, проведенные в школе, ни у кого никогда не выйдут из сознания. Я всегда мимо проходя школы или проезжая мимо школы, вспоминаются какие-то мелочи. Как мы вот в этом актовом зале проводили и новогодние балы, маскарады, и как мы тоже сбегали с этой школы на переменах, и как мы хулиганили, но только все самое хорошее вспоминается. Самые добрые минуты, самые счастливые минуты нашего детства мы провели действительно в школе. Огромные слова благодарности учителям за ваше терпение, за то, что вы смогли воспитать нас, воспитать настоящими гражданами. И сегодня вы, преподаватели, учителя, ветераны, прилагаете максимум усилий для того, чтобы ученики, вышедшие из стен этой школы, стали настоящими гражданами нашей великой и большой Родины. Я от всей души поздравляю школу с юбилеем. И думаю, что вот эта машина времени, которая сегодня здесь на сцене, не даст забыть самые лучшие традиции нашей любимой школы, и всегда все выпускники будут ее помнить только с хорошей стороны. С юбилеем вас, дорогая школа! Ну и без подарков, говорят, нельзя приходить на такие большие юбилеи, поэтому мы решили, что сделать несколько подарков. В первую очередь, разрешите вручить подарочный сертификат на приобретение мебели для столовой, для родной школы. Конечно, самой высшей наградой нашего района является почетная грамота. Я от всей души за добросовестный труд, успехи, достигнутые в обучении, воспитании учащихся и в связи с 60-летием со дня образования школы, разрешите вручить вам почетную грамоту.